Hey, yo guys, с вами Шимки, и мы продолжаем пройдеть игру под названием Darksiders 2 Dead Edition. Так, сохранюсь на всякий случай. Ой, тут этот вообще завонял. Блин, нам еще с Ренисом нужно поискать еще там какие-то херовинки. Ладно, полетели. И что мне с ним делать? Ух, я вас понял. Хорошо, что я сохранился. Не, ну это жестко, это жестко. Пипец, допрос меня разъело. А как мне тогда это дело провернуть? А, то есть двойником я могу ходить. И при этом мне ничего не будет. Пока что не пойму, ладно. Какая-то сфера, я не знаю, что с ней делать. Стоять, а что мне на самом деле делать? О! Тут забраться можно, окей. Кристальчиков никаких нету. Добро. Типа я чистил от порчи. Но они мне мало наносит урона, потому что мне сопротивляемость. Они как жуки. У жуков тоже два выстрела. HG. Два выстрела HG. Такая на самом деле цитаделька. Воу, у нас типа чисто все порчей покрывается. Так, ну. Бац, бац. Хил. Ну да, этим я мог. Мысли. А почему мне теперь наносится урон? Я сейчас это. Вот этот момент мне сейчас был непонятен. Как бы я тогда тоже в воду заходил, может быть, чисто из-за водопада этого.
если рели из-за водопада, то это странно. Ладно, поехали дальше. Да, два выстрела, в принципе, и это труп. О! Порталы! Может, мне дадут печать, и я как раз вернусь к землям и все типа тому. К всему тому. Что же было? Потому что нужно до конца доисследовать все карты. Так, сверху что у нас? Проход, ладно. Денежка. Так, слышу кристалл. Слышу кристалл. Денежки, реликвии. Просто кровь. Все в крови. У нас, походу, выбора нету, да? Так, ну видно сразу порталы. Мне должны дать способность порталов. Если они хотят чего-то такого необычного. Да. Так, сразу берем руку. Раз. Это лучший способ, что можно сделать с ними. Так, тогда я убивал их быстрее. Еще страпалось. Это страпалось, что-то страпалось. Тут ничего нету. Есть. Есть, как так, чтобы не было. Как-то подлагивает, что ли, игруля. Так, какой-то механизм. А, только 9 штук, я думал, уже еще куплю себе одну. Хорошо, берем тогда клона. Ту-ту-ту-ту-ту. Клон, 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 клон. И зачем? А, все, я понял. Я понял, понял, понял. Готово.
Выше, 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 выше. Да, я иду. Так, теперь руки в дело. Все. Готово, да? Да, все готово. Так, теперь взрывчатка. Взрывчатка раз. Взрывчатка два. Там у нас был рычаг какой-то. Так, это сокращение пути по водостоку. Златоруб. Создан неизвестный, но явно расчислен. Так, умелец. Златоруб отнимает у тех, кого касается не только жизни, но и деньги. На лезвии выгравлено как мудрое изречение: победители получат все. Так, осталось только посмотреть на его урон. Сколько у тебя урончик? Так, по урону хороший. Особенность Мидас. Но здесь у меня пробивающий и урон от молнии. Улучшить его нельзя. А вот этот вот можно улучшить. Ну, в принципе, улучшить. Улучшаем, улучшаем, улучшаем. Еще улучшить. Не знаю. Ну, пока что все синее можно дать. А смотрите, эти косы намного лучше. А, ну они на максимум улучшены. Ну давайте, короче, эти косы тоже до конца уже улучшил. Улучшить. Все, улучшить нельзя. Защита 130. Пробивающий урон тоже хороший. Урон молнии есть. Но крит урона нету. А не, есть крит шанс. Ну, эти выигрывают. Блин, ну у этих и урон хороший, но нету именно защиты. Ладно, блин, ну пробивающий урон хороший, троечку только. Магия, урон молнии, вероятность казни 23%. Ладно, с этими похожу косами. Жалко только, что одежду нельзя вот так юзать. А ну тихо. Ага. Либо можно. А, это второстепенное оружие, в принципе. Ладно, не буду ничего трогать.
Так, там у нас портал. Портал, портал, портал. О, сфера. Ништяк. Так, путник в пустоте. Блин, ладно. Так, па-па-па-па-пум. Где этот путь в пустоте был? В смысле? Это что, не способности, не вещи? Так, тогда это должно быть у нас по предметам. Нет. Ой, стоите, я уже... Я что, уже 20-го? Я уже... Да, 20-го. Так. А, буря наносит. Улучшить. Улучшить. Ну это охерительно. А, ну смотри, здесь всего у нас будет 900. Короче, два куска. А здесь, блин, такое. Это типа, знаете, как в игре портал был. Портал. Так. Бум. Не, ну пусть это нормально наносит. Бумс. А что, ты не открылся? Бем-бем. И готово. Готово. Кажись, закрылась. Крит шанс, крит магия. Чего? Как закрыть портал? Дело в том, что я не цепляюсь того, чего мне нужно. О, блин, почему? А, боже. Ладно, сейчас сделаем вот что.
Какая фигня происходит, потому что я уже не могу отсюда выбраться. Я в тупике, я просто в тупике. Ну нахера, нахера ты мне это делаешь? Какой смысл того, что я не могу туда залететь? Вот, как мне туда попасть? О боже мой. Я просто хуею. Фух. По идее, я должен был выпрыгнуть и зацепиться за верх, но нет, но нет. Поэтому мне сейчас приходится делать вот это. Давай. Да. Мне приходится делать и это. Потому что, блядь, у меня другого выхода как бы нету. А это единственный способ попасть туда, понимаете? Единственный. А, хотя бы недалеко нужно будет бежать. Я бы недалеко бежать. Давай. Так, окей. Что у нас там? Так. Как эта херня ко мне летит? Безголовая, кажись. Не, пистолет не вариант. Бац. Ой-ой-ой, тихо! Должна была умереть. Косы 17 уровня. Класс. Ладно, полетели туда. Бам. О, этот не упал. Ух ты.
Ва, я упал. А вот я упал. Бэм. Готово. Сундук. Секретный сундучок. Перчатки ангела смерти. Обугленный совет потребовал, чтобы лучшие небесные кузнецы выковали доспехи для четырех всадников. Благодарность за их вклад в сохранение равновесия. Перчатки ангела смерти защищают носителя и позволяют быстрее восстанавливать здоровье и ярость. Сапоги ангела. Ковичка. А ну-ка. Насколько они по броне? Хера себе защита, здоровье, здоровье, регенерация. Уа! Надеть. Вау, 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 вау. Пока что это лучшее. Готово. Так, ну мне по идее туда и нужно идти. Так? Так. Или нет? Так. Рея. Ладно, плевать. С одной стороны мне нужно наверх. С другой стороны я могу туда пойти. Не, ну короче, нужно все ломать, ребят, то, что-то не делая, что я пропускаю до хера охерительный лут. А это до хера охерительный лут. Окей. Тогда обратно. Тупые мухи. Там наверху можно все взорвать. И подняться туда можно. Только осталось найти взрывчатку. Ой, там еще что сияет. Реликвия. Бомба только там, да, наверху. Одна бомба. И где-то еще внизу, я помню, были бомбы. Так, сразу на пистолет. Сразу, чтобы духов убивать. Чтобы убивать сразу духов. Так, 21. Мешок. Арена. Окей. Ну то, что у меня теперь регенерация есть, это дохера офигенно. Thank you.
Ой, еще одна вылезла. А нет, это обычный петух. Теперь мне хотя бы килки не нужны будут. Достаточно просто побегать. Так, ладно. Раздвоение. Раздвоение, раздвоение. Так, пускай будут открыты врата. Только что они не дают. Вот это будет тайна. Да. Зачем? Я открыл там проход. Кстати, с той стороны есть... Там был проход? А ну-ка. Не, не пропускают камняки. Сейчас мы сломаем. Сломаем, сломаем, сломаем. Что там, чистая невидимая стена у нас? Да. Хорошо. Повторяем действие. И что я сделал? А? Ой, блядь. Почему я не полетел вперед? Хочешь я не полететь вперед? Почему, блядь? Пока что это самая бесящая локация. И не дают полноценно делать то, что мне нужно делать. А ну тихо. Тогда пробуем так. Сука! Нет, не могу. Просто тогда я не понимаю, что мне делать. Все, все, и как? Он не пролетает. Это что, сломатая херь? Просто это пиздец. Я должен был приземлиться, и меня должен было вот так пьюм туда швырнуть. Но нет, 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 нет. А ну что-то с порталами не так. Они как-то некорректно работают. В сраку некорректно.
А другие возможности, я не знаю, как туда попасть. Давайте еще здесь полазим, я не знаю. Это глупо на самом-то деле. Что здесь у нас? Ну это пипец. Они же не могли нормально сделать эту херь. Теперь я должен мучиться вот это бегать. Понимаю, что делать. Так, вон взрывчатка. Погнали искать туда проход. А что, лично я уже не помню, как я туда попал. А, пробежал по стеночке, вот так я это сделал. Карта. Тихо. Ой. А, сейчас добежим. Открой портал. Через портал кину бомбу. Даже других я способов не вижу. Так. И поехали. Сундучок. Эм. И что в этом сундуке? Косы ангела смерти. О-о-о. А ну-ка посмотрим. Ну, скажем так, урон дерьмо. Ну, у этих защита, потому что я буду в защите ходить. Здоровье за убийство, здоровье за крит. Если бы их можно было улучшить, но нет, видите? Эти, поэтому я буду пока что с этими косами ходить. Все запутано. Ни хера не понятно. Тупая локация. Слишком все замудрено. Там, блядь, непонятно хер как попасть. Да. О, тихо. Куда мне их нужно было там отнести? Какое место, я уже не помню. Ладно, походу я туда ее не донесу. Hmm.
А, это я вообще вернулся в самое начало. Почти что в самое начало. Ну, зато я нашел то, что я искал. Пойдемте через портал. Ну, если я туда сейчас пойду, я там и останусь. Мы тоже проходили. Да. Ладно, давайте, короче, я на этом и остановлюсь. Поэтому как-то так. Я посмотрю, как, блядь, пройти ту херь. Если ее вообще можно пройти без каких-то там багов и всего такого. Тогда окей. Поэтому встретимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.